Приближается Новый год, долгожданный праздник, которого с нетерпением ожидают как дети, так и взрослые, веря, чудо обязательно будет. В эти дни в Хасавюртовском районе проходит общероссийская акция «Новый год. Каждый дом». Акцию проводит молодежный центр Хасавюртовского района. Организатором данной акции является федеральный штаб акции взаимопомощи «Мы вместе», Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийский народный фронт и другие. Организатором акции «Новый год. Каждый дом» посещает семьи врачей, которые работали в красной зоне. Со слов директора молодежного центра Джанет Адиловой, доставка подарков в каждый дом будет реализована благодаря широкому предновогоднему движению волонтеров Дедов Морозов и Снегурочек. Сегодня мы подключаемся к республиканской акции «Новый год в каждый дом». Данная акция предполагает раздачу подарков медработников, которые работали во время пандемии. Их детям будут вручены подарки. В Хасавюртовском районе таких подарок получит 112 детей. Данная акция проходит в рамках проекта «Мы вместе». Хотелось бы отметить, что данные подарки были предоставлены Министерством по делам молодежи совместно с клубом «Мы вместе». Мы обещаем, что каждый подарок мы с Дедом Морозом и со Снегурочкой, это наши волонтеры, которые зарегистрировались как раз таки на сайт к данной акции, мы развезем до каждого ребенка наши подарки.